Привет, меня зовут Анна Данилова, я участвую в конкурсе Headliner, потому что нашему фонду, фонду Правмира, очень нужны те деньги, которые обещают в качестве главного приза. Фонд Правмира – это фонд «Последние надежды». Мы помогаем людям, самым разным, детям, взрослым, гражданам России, не гражданам России. И один из наших самых главных проектов – это программа скорой помощи. Скорая помощь означает, что мы не ждем, пока нужная сумма соберется. Поступает человек, мы проверяем от него просьбу, проверяем все документы, и дальше мы сразу оплачиваем нужное ему лечение. Мы не говорим ему, ну вот надо подождать, пока нужная сумма соберется, но мы не знаем, сколько нам еще на это потребуется, неделя, две, месяц. Нет, мы говорим сразу, просьба принята, мы оплачиваем сейчас, и потом уже мы проводим сбор и собираем, добираем нужную сумму. Это достаточно большой риск, например, оплату пересадки печени для одной из наших подопечных, которую мы сделали несколько месяцев назад, мы до сих пор не можем восстановить эту сумму. Но, в общем, нам очень нужны эти деньги для фонда скорой помощи, чтобы новые и новые люди, которые обращаются в наш фонд за помощью, не услышали, ну, мы не знаем, как долго еще ждать, а услышали, мы вам поможем, все будет хорошо, оплачиваем мы прямо сегодня, ваше лечение начнется уже завтра. Пожалуйста, поддержите наш фонд и проголосуйте за нас в этой номинации, в этом конкурсе. Спасибо большое!